Уважаемые дамы и господа, я так представляю вам соперников. Let me present you fighters. Fighter in the blue corner from Prokopievsk. He is 23 years old, 180 centimeters tall and weighing in 77.50 kilograms. His professional record 12 fights, 11 wins and 1 loss. В синем углу боец из города Прокопьевск, ему 23 года. Рост 180 сантиметров, вес 77 килограммов, 500 граммов. Представляет бойцовский клуб Empire Club с профессиональным рекордом в 12 боев, 11 побед и 1 поражение. Дмитрий Меньшиков. Fighter in the red corner from Novosibirsk represent Ekaterinburg. He is 28 years old, 183 centimeters tall and weighing in 77.80 kilograms. His professional record, 19 fights, 16 wins and 3 defeats. В красном углу боец из города Новосибирск, представляющий город Екатеринбург. Ему 28 лет. Рост 183 сантиметра, вес 77 килограммов, 800 граммов. Представляет бойцовские клубы Архангел Михаил и Чемпион Джим. С профессиональным рекордом в 19 боев, 16 побед и 3 поражения. Максим Сулькин. Рефери Эдгар Саарян. На середину, парни. Команда, внимательно слушаем, правила не нарушаем, работаем по правилам K1. 3 раунда по 3 минуты, возможности экстра раунда. Покажите честный бой, удачи вам по углу. Возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах. Максим Сургин старше на 5 лет и... На 3 сантиметра выше он здесь. Ну и вообще. В принципе, Дмитрий практически во многих своих поединках не является выше ростом своих соперников. Отличный хайкик здесь пробивает сразу Меньшиков. Что не мешает Меньшикову их нокаутировать потом? Ну, Максим действует достаточно грамотно, начинает много двигаться. Он понимает, что его задача так затянуть этот поединок, не пропустить, особенно на старте, какого-нибудь ненужного для себя удара. Дмитрий Меньшиков настоящий заправский нокаутер. Мы с тобой были свидетелями неоднократно этому, коллега. Потихонечку Дмитрий Меньшиков смещается, поддавливает. Но во многих своих поединках Дмитрий не стартует прям сразу с первого раунда. Да, постепенно. Вот хорошая серия на руках от Дмитрия Меньшикова. Сульгин пока так отстреливается и дает возможность поработать здесь Дмитрию. И так, на встречу выбрасывает хай-кики Максим, но пока не достал он Дмитрия этими ударами. Жесткий улов от Сулькина навстречу. Защищался здесь Меньшиков. Правый прямой от Меньшикова. Колеска бросил тут его Дмитрий. Клинч, скрутки, локти. Да, это профессиональный кикбоксинг. Да. Хорошо слева попадает Меньшиков сейчас. Тут же мидл кик от Дмитрия. Вот там по защите. И тут же ответ от Сулькина. Сулькин умеет работать серийно, тут без сомнения. Два достойных соперника, очень хороший матчап, еще раз я хочу сказать. Поэтому здесь очень конкурентно будет. Жестко работает Меньшиков по защите. Фронт-кик от Сулькина и навстречу справа достает попадает, да. Первым номером старается действовать Дмитрий. Пропустил, правда, отменяли, сейчас слева ударами, но и сам попал, но и тут же попытался пойти вперед Дмитрий. О, хороший какое удар, колено хорошее от Меньшикова. Он умеет. Что умеет, то умеет. Секундочку, почувствовал Дмитрий, что подцепил он своего соперника и сразу пошел на обострение. Да, инстинкт убийцы, что называется. А вот сейчас хорошо попал, кстати, Сулькин справа. Сулькин понимает, что нельзя, конечно, застаиваться и пытается навязывать большую такую серийность, постоянную работу. Ему, да, Максиму нужно все время двигаться, потому что по стоящей мишени Меньшиков бьет. Хорошо как попадает утро. Справа снова Дмитрий. Двоечка. Еще одна двойка. И еще раз. Что случилось? Что-то с экипировкой есть какая-то проблема, видимо, да, у Максима. Хороший был эпизод для Дмитрия Меньшикова, на самом деле, нужно отметить. Прям хороший. Тут нас за это. И вот эта пауза, она, наверное, больше на пользу Максиму Сулькину, мне кажется. Да, выходит здесь.
И поединок продолжается. Все проведено в порядок. И у нас концовка первого раунда. Пошел вперед Дмитрий Меньшиков. Серина с акцентом на middle, на low kick. Хороший два удара по туловищу от Дмитрия. Начал включаться, смотри, да? Ох, опасно сейчас было для Сульгина. Дмитрий оказался на нужной для себя дистанции и пробивает так он даже трехударные комбинации. А Меньшиков показывает, что у него очень быстрые руки. Лоу-кик попадает, еще один туда да. же, и это опасно для Сульгина. Начинает вышибать опорную ногу. Ох, попадает! Да, навстречу! Пошел размен. Ох, поплыл немножечко Максим Сульгин. Шаг назад, оба. Второй, тайм, Второй раунд. Концовка первого раунда была очень, да, такой насыщенной. Там пропустил очень серьезный удар Максим Сульгина, только крепкая челюсть его спасла, как минимум, от тяжелого нокдауна. Попал здесь. А вот реваншист, Максим реваншист. Ох, непрост Сульгин, непрост. Опытный чемпион в двух категориях. В фаерфайте отличный хайкик попадает слева здесь Сульгин. Но я думаю, Максим понял, что первый раунд скорее проиграл, и сейчас ему нужно возвращать. И тут же включился Максим. Чувствуется, что за минуту хорошо восстановился здесь Максим. Да, умеет выживать Сульгин, что называется. О, Дмитрий, опять не спеши. А вот здесь быстрый руки. Попадает, и тут поменял даже стойку Меньшиков. Лично снова два апперкота от бойца из города Прокопьевск достигают цели. Наверное, Дмитрий понял, что не стоит выцеливать, да, нужно просто боксировать. У него здорово получалось скоростно, быстро работать в первом раунде. Да, Меньшиков показал в первом раунде, что у него приличная ручная скорость. Хороший лоу-кик. Меньшиков ответил апперкотом Максим Сульгин. Фронт-кик от Сульгина, неплохой эпизод для Максима. Попадает Меньшиков. Сразу пошел он вперед. Зацепил Сульгина. Не стоять Максиму. Дмитрий накажет иначе. Попытка Лушира Максима Сульгина. Ответ фронт-кика от Дмитрия. По корпусу. Четыре удара здесь Меньшиков. Пробил Сульгин. Сульгина, да. Попал, кстати, слева боковым сейчас. Отличный удар. Попал справа, да, Сульгина, перкот. Меньшикову нужно перехватывать. Нужно перехватывать. Включился Максим. И для него был очень интересный эпизод. Хорошая отбойка навстречу от Сульгина. Меньшиков, да, немножко целится, да. Начал выцеливать. Хорошо, кстати, защищался корпусом Меньшиков. Встретил. Сульгин перешел в контратаку. Идет вперед Сульгин. Он сам старается навязывать вот эту работу на средней дистанции. Попал по корпусу, кстати, Максим. Но Меньшикова нужно перехватывать и отвечать. Однозначно. И, может быть, вспомнить, кстати, про свои мощные лоу-кики под опорную ногу. Снова три удара попадают здесь от Дмитрия. Ну и тут же попытка удара с развороту от Максима Сульгина. И смотрите, Максим снова продолжает пытаться идти вперед. Сульгин, у него получается очень много ударов. Встречает Меньшиков. Сам здесь и пошел у нас прям размен. Концовка. Больше ударов выбросил в этом эпизоде Сульгин. Да, у Дмитрия открылось кровотечение из носа, это видно. Я думаю, что второй концовка Максим забирает может занести Сульгин, себе. Ну что ж, у кого осталось больше сил, у того и преимущество. Тут же хайкик в начале третьего раунда от Сульгина. Да, Максим хорошо провел второй раунд. И Меньшиков понимает, право что... здесь пробивает Дмитрий. О, хорошо, двоечка от Меньшикова. И еще раз повторная атака. И еще одна туда. Ох, попадает. Попадает. И это нокдаун. Будут считать сейчас, скорее всего, Максиму. Да. Рейфель Эдгар Саарян открывает счет. А времени вагон. Вопрос, полетит ли добивание Меньшиков или будет разбивать вот так вот, сказать, планомерно. Или все-таки пойдет на добивание. Пошел. Фронт-кик сразу от Дмитрия. Ох, пошел. Какой левый боковой сейчас съел Сульгин. И еще двоечка туда же в голову от Меньшикова. Ну, смотрите, два удара в ответе от Сульгина. Сульгин включается. Максим попытка реваншист. Его, да, фронт-кика. Шикарный бой мы с вами наблюдаем, друзья. Ничего, но...
никаких клинчей. Ох, точно попадает здесь Дмитрий Менщиков и держит эти удары пока Максим Сульгин. Но что мне нравится сейчас Менщиков, это повторные атаки. Он все время накатывает. Пропускает сам. Очень плотный такой пробивал в корпус удар Максим Сульгин. Слева умеет он бить по туловищу. И смотрите, попятился Менщиков. Ох, какой левый боковой, жесткий. И правый еще один. Начал уже так... Пошла рубка здесь, да, на средней дистанции. Где-то уже начал размашисто выбрасывать удары Менщиков. С желанием явно перерубить. Три удара пробивает здесь Дмитрий. Опять справа. О, сколько ударов пропустил Сульгин в голову и до сих пор на месте. До сих пор держит. И еще один правый здесь попадает Дмитрий. Но Максим идет вперед. Работает. Пошла работа. Крюков на средней дистанции. На выходе пробивает лоу-кик. Сульгин. Менщиков выцеливает. И вот удар справа, пожалуйста. И левый боковой тяжелый такой. Отвечает коленами в корпус. Очень-очень много ударов пропускает здесь Сульгин, но держит эти удары. Воин. Да, и пытается идти где-то вперед. Достоит. Для Максима дело чести достоять. Чувствуется такое огромное напряжение. Ой, конечно, да. Все сосредоточены. Большое количество ударов. Серия боковых и все в целях Максима Сульгина. Шаг назад, работаем. Бой шикарный. Пожалуй, да, удара, еще одно попадание здесь от Менщикова. Пока что лучший бой вечера, на мой взгляд. Ох, ребята, закатывают бой. Настоящая война. У нас концовка у нас третьего раунда. И вот так он застает Сульгина в атаке. Смею предположить, и я думаю, вы со мной согласитесь, что на данный момент это был лучший бой турнира. Итак, в этом бою победу единогласным решением судей одержал in the winner by unanimous decision Дмитрий Менщиков.